Самое классное, забавное и смешное видео по Майнкрафту. Да, вы долго его ждали. И наконец-таки подходит к концу учебный год. Наступило практически лето, уже на улице так тепло, что хочешь просто выйти и вдохнуть это незабываемое ощущение. Кто любит лето? Обязательно ставьте большущий палец вверх. Вот кто не любит лето? Я таких людей вообще не знаю. Лето — это самая прекрасная пора. Самое главное, чтобы не было дождя. Нету там никакого урагана, там вообще штиль. Да, и как раз у ребят из школы монстров практически закончились занятия, и они решили выйти на природу. Но испытания у них не закончились. Какие сегодня будут, прямо сейчас узнаем. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, чтоб ничего больше не пропускать. Желаю, ребят, вам счастья и здоровья, это сейчас самое необходимое. Усаживайтесь поудобнее и поехали посмотрим на эти мега сумасшедшие испытания. Добро пожаловать, многоуважаемые дамы и господа, я очень рад вас всех приветствовать прямо сейчас. Как вы можете видеть, ребята из школы монстров, монстры точнее, отправились на природу. Уроки явно у них начинают заканчиваться, они решили отдохнуть. Свинозомби взял уже круг, как вы можете видеть, уже разлегся и плавает по этой разлитой воде. Зачем они это сделали? Наверное, тренируются перед тем, как попасть в портал, где будут находиться девочки-монстры. Да, ребят, посмотрите. Первая наша представительница Ender Girl. Посмотрите на нее. Дальше у нас Zombie Girl. И я так понимаю, каждому из монстров, точнее для каждого из этих монстров, своя дама. Посмотрите, это, если я не ошибаюсь, это у нас скелет. Да. Только она почти не похожа на скелет. У скелета должны быть кости от нее. Но тут я не вижу костей. А вот это скелетон, герл. Хорошо, ребята, вот они появились и падают сразу в бассейн. Испугались крокодила, который вначале появился. Это очень забавно, на самом деле. Сейчас посмотрим, как они будут знакомиться. Это должно быть очень забавно. Эндермен вроде самый скромный, если я не ошибаюсь, по предыдущим выпускам. А Херабрин, он очень трусливый и даже в портал не зашел. Он сразу на ногах своих побежал. Так, ребята увидели дам. Надели уже очки. О чем-то переговариваются. Ага. Нам нужно сейчас их удивить, по-видимому. Хорошо. Что же сейчас будут делать? Девчонки лежат на шезлонгах. А скелет уже... пытается удивить свою половинку. Носит уже на руках. Это он думает, да. А это была задумка, да. А вот реальность. Он ее прыскает, она ушла. Типа, ты че, братан? Зачем ты меня обливаешь в воду? Я вообще с тобой не знаком. Зачем ты это делаешь? Конечно, конечно, он расстроился, ребята. Да. И тут, ребят, пишет воображение. Это у нас, если не ошибаюсь, Ender Girl, да? С Эндерменом они бегут по песочку, вместе за ручку, смеются, когда падают. Романтика. А здесь он неуклюже бежит, она его просто пытается в воду закинуть. А Эндермен-то... Ребят. Успех ушел. Не получилось, не фартануло. Не любит воду. Так, вот это воображение зомби. Он к ней подошел, она испугалась. И они начали играть в догонялки. Это очень романтично. А на самом деле, он сейчас к ней подойдет, и она его, наверное, испугает. Разве нет? Да, она его вообще... Типа, братан, что ты ко мне пристал? Что ты меня трогаешь? Не трогай меня, я вообще... Ты что? Кто тебе разрешал меня трогать? Я сейчас полицию вызову! Ну, где-то так, ребят. Хорошо, воображение у нас черного скелета. Да, и как же тогда после этого познакомиться с дамой? Дамой сердца, если они вот так вот тебя отвергают постоянно. Это очень печально. Они плывут под водой. Скелет очень романтично плавает. И на самом деле сейчас они упали... Да, немножко облажались. А вот у нас свинозомби со своей свинкой плавают на
на спасательном круге. Воображение, они в обнимку плавают, плавают, наслаждаются теплым воздухом. А на самом деле они... Да, Жиза. Ну, на самом деле, это весело, она не должна от него уходить. Хорошо. Херобрин, видимо, их всех собрал и даст еще одно испытание забрать алмаз. На счет 3, 2, 1. Каждая пара должна пройти это испытание. Стоп, я не понял, а что она? Каждый сам за себя, что ли? Кто из них первый доберется? Я думал, они вместе будут. Как парочка. А нет. Они вообще друг друга готовы покусать за этот алмаз. Что-то подготовил интересного. Толкнул. Хитрый какой черный скелет. Все, добрался. Красава. Черный скелет у нас победитель в этом испытании. Хорошо. Следующий. Кто у нас пойдет? Эндер Герл и Эндер Мэн. Она его поцеловала, он весь в восторге остался, аж в шоке остановился. И она подумала, то, что это ее остановит, но нет, он быстро опомнился и решил с ней справиться. Догнал ее. Она обездвижена, он пытается залезть, но... А раньше нельзя было так сделать? Почему? Что? Не понял. А я не понял. А почему... Она исчезла. Почему она куда-то пропала? Вот тут я не понял. Вот тут свинозомби и свиногерл вместе, я так понимаю, да? Пытаются. Да, они вместе! Это единственная парочка, которая вместе пойдет сейчас. Это очень мило. Свинки, они милые. Она свинка. Ты свинка, ты свин. Давай, ты первая. Я застрял, помоги мне, помоги мне. Мы вместе прошли это испытание, мы через столько прошли, а ты меня хочешь бросить. Неужели ты это сделаешь? Пожалуйста, я или алмаз. Выбирай, быстрей. Да ладно, она вернулась за ним. Ты как? Ты живой? Да, все нормально, хорошо, все со мной. Я чуть не потеряла тебя. Ну, в общем, их любовь дороже, чем какой-то алмаз. Дальше у нас зомби и зомби-герл. Он решил испытать ее на верность. Давай, иди. Ну, хорошо. Видимо, она первопроходец, да? А теперь он. И что же он будет делать? Интересно, он догонит ее? И теперь... Что? Красава! Обхитрил даже свою половинку. Прикольно. Хорошо. Зомби победила. Да, тут очень интересно. Тут вроде и пара, и вроде противостояние между ними. Скелет решил отправить вперед свою девчушку. Он ее подбрасывает, и что? И она его... Что не делают? Они играют в качели. Хорошо. Он ее использовал, чтобы первым добраться до алмаза. Хорошо продумал. Да нет. Она сейчас утонет. Он ее спас. Ребята. Надеюсь, эта пара тоже сохранится. Ты меня спас, мой герой. Конечно. Я алмаз добыл, я и тебя спас. Это было больно. Вот твой алмаз. Все для тебя. Ты меня не бросишь? Нет, не брошу, конечно. Что ты такое говоришь? Как это мило. Заплакала от счастья. Да, остался один херобрин. Но у него нет
второй половинки нет подруги, и он расстроился чего-то, да, то, что все вместе бегают, прыгают, плескаются, как-то играются. Обратился к небесам. Боже, дай мне, пожалуйста, вторую половинку, чтобы мне не было одиноко. Оба-на. Оба-на. Посмотрите. Серьезно, целых 5. Это что? Херабрина Герл? Что это такое, ребят? Потрясающе. Херабрин теперь не одинок. Мне больше всего понравилась пара свинозомби. Чем-то она мне что-то напоминает. Ну да ладно. Пишите в комментариях, какая вам пара больше всего понравилась. Будет очень интересно почитать. Надеюсь, вам действительно все понравилось. Надеюсь, вы подняли себе настроение. Ребят, ставьте лайк, чтобы быстрее лето пришло. И поскорее бы это все закончилось. И мы бы также отправились на какой-то водоем, какую-то речку и наслаждались. Было бы прекрасно. Ставьте лайк, ребят. Обязательно подписывайтесь на канал. Если тут впервые, чтобы ничего не пропускать, рассказывайте всем своим друзьям об этом. Пусть тоже посмеются, пусть тоже позабавиться, им понравится. Жмите на вот эту штучку, чтобы подписаться. Посмотрите вот эти видосы, это специально для вас. А это еще одно классное смешное видео по Майнкрафту с испытанием. Вы тыкайте, вы не пожалеете. А с вами был, как всегда, я, Райли. Здоровья, ребят, вам счастья, успехов, всего самого наилучшего. Берегите обязательно себя и своих близких. Хорошего настроения, будьте счастливы, будьте здоровы. Увидимся уже в новых видео.